Добрый день, дорогие зрители! На этом канале каждый день мы говорим о звездах и обо всем, что произошло в мире знаменитых людей и шоу-бизнеса. Не забывайте подписываться, а мы начинаем. Известнейший российский актер театра и кино Валерий Борисович Гаркалин является одним из самых любимых и ярких артистов российского телеэкрана. Он запомнился не только как советский и российский актер, но также и как выдающийся театральный педагог. За свою творческую карьеру сумел получить множество самых разных званий, наград и титулов. В частности, в 2008 году Валерий Гаркалин получил звание Народного артиста Российской Федерации. На его счету десятки ролей в кино и театре, каждая из которых очень дорога зрителям, но вот, к сожалению, все чаще о нем приходят трагические, печальные новости. Дело в том, что около недели назад все СМИ страны рассказали о срочной госпитализации артиста и о том, как непросто врачам бороться за его жизнь. Однако, к сожалению, с тех пор ситуация только ухудшилась. И вот сегодня, 1 ноября, стало известно о том, что состояние артиста становится все хуже, и сейчас речь идет о крайне тяжелом состоянии. Об этом говорят источники в медицинских кругах. Причиной всему не только лишь проблемы с легкими, но еще и сердце, которое внезапно начало давать сбой. В лечении артиста применяется также и медикаментозная кома. Искренне желаем ему выкарабкаться и выздороветь. Каждый день на этом канале говорим о звездах. Не забывайте подписываться и берегите себя.